Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности на божестве делать Конго туристической меккой. Но вообще, что тут происходит, я объяснял в первой серии, так что лучше перейдите к ней, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии на весь плейлист, собственно, прохождения. И спонсоры канала все видео видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку в это сложное время. Проблемки тут у нас. Ну, не как проблемки. В принципе, мне никто проблем не создает, но у меня по ощущениям плоховато мы идем. Я не чувствую, что прям мы тут сможем туристически победить. Но давайте продолжать. Во-первых, нам надо в Золотой век выйти. У нас остается 4 хода. Мбанзу строим, нам не хватает, в общем-то, 8 очков. Вот у нас Мбанза, и вот у нас Нгао Мбеба. Что это 4 очка даст, что это 4 очка, так что, по идее, в Золотой век мы должны выйти. Так, Никола Макиавелли наняли, это я его уже использовал, я уже забыл, что он там давал. А, нет, еще не использовали, еще будем... Еще будем. Вот он, Николя. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. Здесь следует заметить, что людей либо миловать, либо уничтожать. За малое зло человек может отомстить, а за большое не может. Таким образом, наносимую человеку обиду должен рассчитать так, чтобы не бояться мести. Очень, кстати... современная фигня. Вот. Чем-то подобным сейчас Россия и занимается, по-моему. Делая большое зло, чтобы нельзя было отомстить, видимо. В 350 году нашей эры мы написали, а на самом деле рассуждение о первой декаде Тита Ливия 1516 года создания. Ну что ж, первый шедевр у нас появился. Будем пробовать продолжать в том же духе. Так, тут у нас едут апостолы в Америку. Надо спускаться на воду. Кстати, вот эту территорию исследовать. Возможно, мы ее будем заселять. Так, Анкорват, чеченицу построили. Жалко. Я планировал чеченицу. Ну, значит, уже можно не планировать. Можно, в общем-то... все эти тропические леса пособирать. Так, слушайте, может нам пересадить все-таки Пингалу и Магнуса уже? Или давайте купим последнего... Ну, не последнего, если купим сейчас поселенца. И вот сейчас пересадим, чтобы не терять жителей здесь. Так, значит, Магнус... ну, наверное, в виллу. Тут есть что вырубать. Лян там у нас будет еще аквакультуру делать. Да, давайте в Мбвиллу. Пингалу, соответственно, в Кабасу. Тут у нас должно не хватать теперь жилья. Собственно, как и в Вилле. Но тут следующим ходом мы достроим Банзу, и жилье появится. Так, принимаем посольство. У нас есть теперь дипломатический квартал. Соответственно, все эти посольства и прочее нам дают дополнительное мировое влияние. Вы верно считаете произведение искусства великим, если оно подходит под цвет вашей комнаты, правда? Типа я... у меня, наверное, мало произведений искусства, это имеется в виду. Ну, кстати, надо дружбу заключать с Кристиной. Да и со всеми остальными. Ваши люди слишком доверчивы, они кого попало пускают в свои города, даже немытых варваров. Ты откуда знаешь? Так, плюс 4 от Мбанзы, и остается у нас... да, 4. Нам главное, кстати, железо продавать, потому что иначе мы вместо Нгао Мбембы будем... латника строить. А нам это не надо. Так, ну и еще один шедевр «Государь».
Всякому, кто учреждает республику и создает ее законы, необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они при любой возможности проявят дурные качества своей души. Блин, вообще, как, насколько все-таки до сих пор Макиавелли актуален? Насколько Макиавелли актуален? Я просто думаю, куда мне этого поселенца отправлять? Ну, видимо... Сюда у нас идет поселенец. Да, вот он. Видимо, сюда надо. Вот тут где-то неплохое место. Ну, давайте вот сюда предварительно. Отправим, что построили Колизей. Рейна Санга, Мокша в Банзансунде. Блин, я его до сих пор не обратил. Мокша пока не работает. Или, подождите, или работает... Религиозное влияние на среду. Да, вот 100%. Две веры за каждый специализированный район работает. Пока один тут район. Да. Надо апостол. Сколько апостол-то стоит следующий? 255. Дороговато. Так, дружбу с Кристиной. И, кстати, делегацию туда отправим. То же самое, наверное, в Америку. А у нас уже отправлено так. В Вавилон и в Грецию. Ну, чтобы больше слухов получать, инфы. Так, продаем железо. Эти лошадей можно продать. Железо продаем не потому, что нам деньги нужны. Хотя, может, вот лучше за 43. Типа, это 60 даст, но тут одномоментно. А чтобы в вилле не стал случайно латник строиться. Так, тут можно опять на рост переключить. И обратите внимание, что не показывает выхлоп. Ну, 2 пищи, 4 золота дает банза, и плюс еще жилья дофига. Больше торговых путей можно делать. Так, ну, наверное, купим караван тогда из Мбанзы-Мбаты. Так, какие у нас там следующие великие люди? Ну, я от этого пропущу торговца, как я и говорил. Блин, тут уже инженеров хреначат. У меня даже ни одной промышленной зоны нету. Блин, и нам нужен художник, конечно. То есть, когда Пингала сюда сядет, надо... Хотя, наверное, уже надо гранты даже читать. Что нам тут еще строить? Ну, можно, конечно, акведук промышленную зону. Петра точно не здесь. Надо все-таки фестиваль в театральной площади делать. Тут отложить открытие гуманизма. Ну, чтобы мы все-таки великого художника, я надеюсь, получим. Давайте пока дипломатическую службу открывать. Блин, ну вот этого, кстати... Кстати, мы же можем выменивать еще. Я вспомнил. Блин, вот этого, кстати, было бы круто получить, но его точно Греция получит. Слушайте, а давайте глянем, может, у кого есть уже... Нет, скульптур, видите, нету еще. То есть вот этот как раз... Надо будет у Греции выкупать эти скульптуры. Так, а религиозные... А реликвии? И реликвии нет. Что там нам еще нужно? Я уже забыл. А, артефакты. Мне кажется, артефактов точно не будет еще. Да. То есть все, что нам надо, у нас пока в продаже нету. Но нам нужен все равно художник, если то, что он скульптуру не будет. Мы потом можем, кстати, выменить, если у нас место будет занимать. А, вот же у нас чувачок пришел в Банзунсунде распространять. Отличная реформация. Что, у нас уже 8 городов? Раз, два, три, 4, 5, 6. А, 6 реформаций, значит, ускоряет... 6 городов нашей религии ускоряют реформацию. Окей.
Ну, я этим дальше пойду вот сюда, в Швецию. Обратили город в основанную... Да, кстати, мы же еще 2 очка как раз за обращение религии получаем. Слушайте, так может мне тогда не строить мой уникальный юнит? Я сейчас... У меня еще 2 очка, это этот... Шведский город, и все. Сколько у нас ходов? 3. Так, слушайте, мне, наверное, тогда не надо. То есть я в следующую эпоху лучше построю. Но на что тут переключить? Амбар? Кстати, можно? Даже когда Магнус сядет, это всего плюс 4 жилья будет. С другой стороны, тут не так много еды у меня в этом городе. Но до 10 тут точно надо вырастать. Ну, давайте, наверное, банзу построим тогда, ладно. Банза и жилье дает, и... Так, вот вопрос, конечно, здесь или здесь строить. Ну, наверное, здесь построю. Это место мы отдадим банде Конго тоже для мбанзы, наверное. Давайте сюда. Так, этот у нас вырубает железо. Что мы в Кванго? Нам, конечно, и театралки нужны. Но тут священку некуда. Хотя... Есть он плюс 4. Ну, собственно, там и плюс 4 для кампуса. А, вот тут есть для кампуса плюс 3. Блин, сложный выбор, куда тут районы ставить. Проблема в том, что тут плюс 3, потому что тропические леса. Если я здесь ставлю плюс 3, то этого тропического леса не будет, тут плюс 2 будет. И, соответственно, если я тут поставлю, то вообще плюс 2 будет, 2 кампуса. Блин, непонятно. Тут бы я, конечно, все собирал просто. Ладно, все равно сюда пока иду, я бананы тут соберу. Вопрос, что нам здесь делать? Что строить? Строители. Блин, что-то я тут... Ладно, а что с заповедником, кстати? Возможно, тут получится какой-нибудь престижный заповедник сделать. Не особо. Слишком много гор. Ой. Так, непонятно. Здесь, наверное, стоит... Так, что у нас? Тут, наверное... Блин, светили... Ну, наверное, банзу надо тоже. Я вот так вот отдам вот эту клетку, как я и хотел, и сюда банзу поставим. У нас вообще карточка на строителей стоит? Стоит. Блин, я бы, наверное, тогда... Так, тут рынок завершен. Караван я купил. Блин, я бы хотел театралки, конечно, строить. Но непонятно в этих местах, где их делать. С другой стороны, пока у нас места-то есть. Ладно, давайте я вот сюда театралку поставлю. Или все-таки с промышленной зоны начать. Ладно, давайте тут промышленную зону. Какой-то, ну, нельзя вообще без промышленной зоны все-таки. Так, а что вот здесь? Наверное, продолжу строителя. Там много чего вырубать надо. Ну, а в городе, где Лян сидит, нам есть чем заняться еще. Да, принимаем посольство, все. Тут, конечно, много у нас. Видите, от посольств плюс 4 идет еще одно посольство. Ошибись. И мы сможем посольство.
Греция объявила войну Франции между... У жителя и три клетки повреждены. Ну тут ладно, тут фермы были. Это еще не страшно. Главное, что не районы. Вот тут у нас будут проблемы, пока мы тут плотину не построим. Так, два хода. Кстати, Францию мы до сих пор не встретили. Ну, следующим ходом, даже нет, следующим ходом Линчепинг обращаем. И, в общем-то, вот и Золотой век. Так что правильно мы отложили. Так, собираем. Обрабатываем. Так, слушай, тут уже недалеко до кругосветки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я еще двоих не встретил. Францию и кого-то еще. Нет, Япония есть. Блин, 205 культуры у Греции. Так, надо сейчас попробовать у него выцыганить скульптуры. Он же должен был уже поставить. Блин, не продает, что ли? Или он еще не... Он же забрал этого, да? Да, религиозный объект и две скульптуры. Нам надо, конечно, проверять постоянно скульптуру, реликвию и артефакты на продажу. Я буду продавать пока железо, чтобы была возможность построить уникальный юнит. Так, жилье тут есть. Давайте еще строить. Ну, вообще, что-то как-то долго тут строитель делается. Может, его купить просто. С другой стороны, я бы деньги на археологический музей оставил. И, кстати, нам надо на самом деле идти вот сюда, в естественную историю за археологом. Для этого, ну, вот это мы ускорим. Дипломатическую службу мне особо надо, меркантилизм ускоренный, колонии надо астрономию исследовать. А, ну мы как раз, собственно, туда и идем. Университет рядом с горой мы вряд ли построим, правда. Вообще надо кампус уже и университет как-то строить. Ну, блин, тут что-то долго. Строители, 14 ходов, как-то долго. Если покупать, то уже в Банзе Конге тогда. В Банзе Конго. Так, вот тут центры коммерции у нас. Собственно, священное место где-то тут. Так, знаете, как сделаем? Вот сюда, тут должен быть кампус, судя по всему. Здесь священное место. Здесь центр коммерции. Тогда можно, например, сюда театралку. Но все равно мы пока это не можем. Ладно. Блин. Давайте амбар. Рабочего я лучше в Банди Конго потом либо построю, либо куплю. Тринадцать науки. Я боюсь, у нас Германия улетит нахрен. Лос-Анджелес отвалился у Америки. Так. Во-первых, мы можем взять торговца, но мы его пропускаем. Дальше
обращаем... Ленчопинг. И выходим в Золотой век. Извержение Рейнира. Варвары далеко обосновались. Вышли в Золотой век. Здесь будем вырубать на... Правда, я так и не решил, какой тут район буду строить. Так, до кругосветочки вообще чуть-чуть осталось. Так, проверяем. Вдруг уже скульптура. Или просто не хочет Грек продавать скульптуру. Какашка такая. Так, может нам союз с Швецией культурный заключить? Так, что у нас по счастью? Уже плюс 2. Плюс один, плюс два. А, ну тут, правда, еще не сели губеры. Тут вообще плюс один. Вообще, можно уже начинать думать о покупке этих редких ресурсов. Ну вот, ртуть можно 90 и 20 вход, да? Давайте, значит... Идем. Или лучше не с греком. Давайте лучше... Потому что грек наш главный конкурент по культуре. Зачем ему деньги давать? Значит, тут берем 90 и 20. Ну, то есть в 10 раз больше, чем то что нам предлагает компьютер. Напоминаю, потому что слишком дешево продают редкие ресурсы. Дальше. 16 и 20. Вот, у Германии. Ну, Германия тоже конкурент, честно говоря. А вот 410 и 40 вход за лисичку и благовоние. Вот это давайте. 410 и... Я понимаю, что я хотел деньги сохранить на покупку музеев, но сейчас нам важнее поднять довольство. Это тоже выхлоп поднимает. Отклоняем. Так, производство и приобретение военных юнитов. Ну, давайте уменьшено для производства. Может, какие ускорялки выполним. Ну и тут плюс 10 за нашу религию. Давайте даже, может быть, вложимся. 6 голосов. Там, по-моему, где-то 4 было за католицизм в прошлый раз. Хотя, блин, нафига я это сделал, если... Нам надо, чтобы умирали наши апостолы. Да. Наверное, это я зря. Ну, в теологической баталии, чтобы умирали. О, кстати, у нас Заму еще какой-то неизвестный проголосовал. Прикол. Так, образование. Дипломатическая служба. Можем посольство основывать, создавать шпионов и канцелярию строить. Также торговые пути. Кстати, вот это тоже учетные банки можно поставить. Блин, еще и шпион. Давайте еще шпионов. Нам бы, ну, прокачать на то, чтобы воровать
шедевры. Что тут берем? Покупки юнита. Ну вот сейчас нам уже веру надо либо на пророков, либо на рок-группы. Да? Дальше. Исход евангелистов. Интересно. На самом деле, чтобы дальше мои пророки бегали. Ну и это просто деньги. Очевидно. Я бы, наверное, все-таки реформу денежного обращения взял. Если бы тут добавлялась вера еще, а не просто бегали они дальше. Тогда было бы круто. А так пока... пока не очень круто. Так, тут на производство переключим. Канализацию ускорили. Я все-таки кампус буду строить. Пора, и нам универ просто нужен около горы. Да, тут вулкан, конечно, не фонтан. Это не фонтан, но что поделать. Так, блин, чоппинг, я смотрю, неплохо так идет. Ну и отправим в него. Так, тут даже тогда лавенту. Сначала обратим. Потом туда уже католицизм пойдем найдем. О, так у нас еще и на 50% снижено. Отлично. На 50% снижено производство для юнитов. Так, ну теперь я эту фигню построю, только надо опять железо продать. Блин, не хочет сволочь продавать скульптуру, вы посмотрите. Блин, фигово. Так, тут надо Антананариву вернуть. А, я и так сюзерен. Так, пока нормально тогда. Так, надо шпионов построить. Раз я поставил... Так, а почему тут залочено? Блин, у меня реально мало производства на самом деле. С утроенной силой. Ага, мимо чуда природы проходя. Ну и поблизости у нас все еще нету чуда природы. Все еще здесь и здесь только, да? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись, можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Есть банза, можно расти. Кампус, промышленную зону, наверное, надо промышленную зону, потом здесь дамбу. Что-то вообще очень, очень слабо у нас с производством, очень слабо.
Так, подождите, а я же до художника все еще не начитал. Два хода это потому что прочитано. Давайте-ка мы тут пока фестиваль продолжим. Мне все еще нужен художник. И, кстати, там какой у нас будет? О, с тремя скульптурами. Зашибись, вообще он нам это нужен. Может даже следующим ходом купить его? Так, что построили? Катаку Ин, храм Махабодхи. Да, мне казалось, храм Махабодхи давно построен. Показалось, видимо. Ну и сейчас мы, естественно, теократию примем. Так, может здесь библиотеку купить и универ сразу строить? Я вот так думаю. И вырубаем на них вот эти леса. На него, чтобы быстрее астрономия открылась. Так. Да, дали нам 4 очка. 1 очко за железо. И 3 очка еще за кампус. Все, стоим здесь. Лошадей. Лошадей я, кстати, не использовал еще, да? Еще лошадей можно будет построить. Неохота атаковать миссионеров, потому что плюс 6 у меня. Нет, это у него плюс 6 от разведданных о перемещении. А, еще и плюс 15 от священного места у него. Охренеть. Византия. Во, я забыл к нос еще. Византия. И мы только Францию не встретили еще. Получается. Так, опять артефакты. Реликвия. Культура. О, наконец-то. А можно одному... Не хочу вход просто платить. Вот так. Отлично, смотрим. Видите, сколько дает сразу? 2 пищи, 2 производства, 4 золота. Зашибись. Да, надо на это вычитать обязательно. Этот парень нам очень нужен. Магнус в вилле пришел. На рост переключаемся. 4 хода до роста. Вот тут и священка, и центр коммерции, и театралка есть. Вопрос, нам кампус тут будет строить или промышленную зону. Но в любом случае мы пока сейчас тут делаем рабочего. Или шпиона. Шпиона. Раз мы тут его не делаем. Так, тут промышленная зона завершена. А, населения нету, блин. Тогда акведук. У нас, кстати, жилья как раз не хватает. Но вот этот лес мы вырубаем для Кванго. То есть передаем вот так. А следующим ходом. Так, тогда вернем обратно пока. В
Хочется покупать строителей, но пока денег на это нету. Так, и пингалов Кабаси у нас занял. А Махенджо-Даро, кстати, кроме меня вообще никто не нашел, походу. Что странно, да? Но мне это очень в тему. У меня вот этот город и тот еще сверху. Так, больше вот это у меня не проси, и вот это у меня не проси. Блин, кстати, а мне надо у всех шедевры купить, которые возможно. Я вот что-то не подумал. Ух ты, сделал 10 золота вход. Хорошо, а если я тебе сотку предложу? Блин, я просто не хочу вход. Ладно. Давайте. Ну, письменные шедевры нам не дают такой бонус, как обычные, но их все равно надо скупать. С другой стороны, надо быть аккуратным. Мы же сами получаем еще писателей и можем... У нас может места не быть. I don't like to commit myself about heaven and hell. Так. Тут берем теократию. Хоть и уходит 15%. Блин, а может... Не, ну мне надо пророков покупать. И, возможно, великих людей. И эту... Так, шпионов строим. Бонусы соседства для промышленной зоны можно поставить. Оборона города, лошади, боевой мощи. Ну, похоже, вассалы надо поставить еще. Или можно 100% и стены построить везде. Это тоже туризм. Ладно, пока вассалы. И покупаем апостолов. Только непонятно, куда их отправлять. Я не вижу, с кем драться мне тут. А чья тут религия влияет так сильно на американцев, интересно? Протестантизм. Не, протестантизм — это его религия, а влияет чья? Православие грузинское. Богу угодно, чтобы ваш народ уверовал в наши обычаи. Скрепы му. Так, ну чё? Наверное, сюда поставим. Или вообще вот сюда везти, на побережье вот это. Или там будет... Не, вроде влияния не видать. Боюсь под этот юнит подставляться. Так, вот теперь... Переключаем на Кванга. Вырубаем. Возвращаем обратно эту клетку, чтобы не забыть просто. Так, здесь тоже вырубаем. Здесь можно рудник, наверное, сделать. Или здесь оставить под промышленную зону. При этом плюс 2. Ладно, наверное, оставлю. Так, опять проверка. Есть скульптура. Что-то грек несколько ходов подержал скульптуру и решил, а, продаем. Так, текст перекинем куда-нибудь сюда. Да, кстати, тут, по-моему, во дворце невозможно сделать... Этот тематический бонус. Просто скульптуры там складируем пока. Но других скульптур пока в продаже нету точно.
То есть их просто ни у кого нету. Или проверить. Вот это вот я скупил скульптуры. А больше художников, походу... Пейзаж, портрет, пейзаж. Ну и все, два художника, похоже, было куплено. Остальное литература. Ну, литературу тоже можно, наверное, скупить. Пока деньги есть. Вообще греку не нужны, а такое ощущение. Так, знаете что, пока хватит. Мне вот эти клетки на самом деле нужны для скульптуры, я уже лишнее купил. Мне амфитеатр нужен еще один, получается. У меня сейчас скульптура не влазит никуда. Одна. Которую я следующим ходом заполучу. Так, в Византии нужен... Нужны открытые границы. Кстати, и посольство отправим к нашим дружбанам. Реформация открыта, теология, теократия принята. Ну, пока придется наемников открывать. Или, может, морскую традицию чисто ради одного. Ну, так и тут... Нет, давайте наемников там. Карточка все-таки на апгрейд. Следующим ходом у нас великий художник, гуманизм и идем в меркантилизм, колониализм, естественную историю. За археологами. Блин, нас перекупили какую-то ГГшечку, и это у нас Антонарио, скорее всего. Кахоке. Ну, Кахоке, ладно. Пока мы только один курган Кахоке и построили, не то чтобы я хотел больше этого курганов. Наверное, торговую конфедерацию не будем пока. Так, здесь нанимаем... Блин, один ход не хватил, но я его куплю. Причем, скорее, за деньги. Хотя у нас скидка на покупку за веру, но вера мне нужна для апостолов. Открыли гуманизм. Ну, кстати, в гуманизме карточки. 4 очка великих инженеров. И 2 очка за каждую мастерскую. Ну и нам надо вот это, фрески ставить, конечно же. И идем в меркантилизм. Надо ставить фрески. Так, что у нас со шпионом? Я думаю, вместо шпионов давайте. Один ход тут точно построится. Фрески. 2 очка великих художников ход и 2 очка великих художников заход за каждый художественный музей. Но художественных музеев у нас пока не будет. Будут археологические. Я даже вообще не уверен, буду ли я художественные музеи ставить. Так, а что он тут своими этими православными миссионерами прям через меня идет? Слава богу, не пытается обращать, кстати. Так. Ну, теперь нам надо... А, все. Подожди, а чьи это? Канадские, это канадские. Ну, нам надо, короче, вот этого апостола и вот этого как-то убивать, чтобы реликвии получать.
Давайте, может, об этого попробуем, миссионера. Ну, мы, кстати, это долго будем делать. К сожалению. И вот этого теперь точно так же. Не особо, мне тут не особо важно обратить города, чем... Ну, конечно, было бы неплохо, мы там науку получаем. Чем... убить апостолов, чтобы реликвия была. Теологической баталии, чтобы они были повержены. Так, я думаю, пора вот этот камень собрать. Отложим пока открытие астрономии. Ладно, за сюзерению Кахокию обратно. Хай будет. И один еще. Иерусалим третий. Ну, типа, чтобы больше веры капало, например. Давайте так. Кто вообще тут ГГшки хотят? Иерусалим обратить в веру, Лавента нанять флотоводца. Нет, флотоводца... Кахокия обратить в веру. Ну, Кахокия должна обратиться как-то сама... О, через три хода, зашибись. Блин, я зря тогда в Кахокию отправлял посла. Создать летучий отряд. Вдохновения для морской традиции точно нет. И проложить торговые пути все остальные. Так, тут есть амбар. Ну, надо, наверное... строителя делать все-таки. Что-то долго. Америка каждый ход пишет, что она поселенца сделала. Новое государство Арма. Круто, что священное, но, правда, так себе способности у этого города. Ну, то есть, так себе он дает что-то. Так. Делаем скульптуру. Святой Марк Донателло выковал... Не выковал, выпилил. Как это по мрамору, когда работа? То меня выковал и выпилил. Ну и не слепил же. Мне реально нужна театралка и амфитеатр куда-то. Побыстрянь, а то у меня... Я лишних тут понакупал шедевров. Девяносто. Сто десять. Значит, сюда отправляем. Тут побольше денег своровать можно. Плюс 4 очка за то, что мы священный город протестантизма обратили. Так, ну где твои миссионеры? Давай, вот куда он поплыл? Давай в теологической баталии схлестнемся, ты чё? Так, астрономию открыли. И, соответственно, ускорили колониализм. Отлично. Ничего, нормально, параллельно обращаем. Он уже 20 науки от веры капает. Но меня тут, конечно, немец очень сильно беспокоит. 36.
24. Я понимаю, что пока Вавилон тут впереди. Ну, в принципе, немец не особо далеко оторвался. Фига тут армию Византии. Так, слушай, ну мне тут совсем чуть-чуть осталось до кругосветки. А с кем? С Грецией воюет Франция. Значит, Греция вот тут сверху. Ну, мы сначала кругосветку, наверное, сделаем. Так, реликвий нету ни у кого. Артефактов нету, понятно, и скульптуры нету. Ну, продаю, что мне, нафига мне эти лошади и железо, честно говоря. Бессмысленно, нафиг надо. Есть универ, ну надо театралки строить. Хотя вот промышленная зона на плюс 3. Не, давайте, знаете что, промышленную зону тогда попробуем. Какое-нибудь чудо здесь. Шпион, археологический музей. Какое-то задание Арбы сразу выполнил. Уже. Так, ну, наверное, можно еще апостолов покупать. Кстати, можно остановиться, потому что у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть апостолов. Если все они у меня умрут, у меня не хватает места уже для реликвий пока. Так что пока дальше мы копим веру. А что это меня Корея осуждает? За что? Претензий много, да, я там... Да, наверное, из-за претензий. Типа прекратить обращение городов. Так, меркантилизм. Логистика интересна. Может, логистику вместо ремесла? Хотя там скоро будут промышленные зоны крутые. Можно вместо крепостного права что-нибудь поставить, хотя и строители тоже строятся. Черт. Все круто. Республиканское наследие. Может, лучше республиканское наследие поставить вместо фресок. У меня как раз художников-то немного, куда можно всунуть. Давайте так лучше. Ведь это увеличило и науку, и культуру. Тут не для того, чтобы убить миссионера, а для того, чтобы быстрее наш апостол приставился. К теологической баталии. А может брать с другой стороны? Но мне, в принципе, нравится, как миссионеров мы раскладываем. То есть потом... Я, наверное, возьму 20 к теологической баталии. Потом где-нибудь наши апостолы и закончат свой путь. С другой стороны, нам бы быстрее реликвии получать, конечно. Вот, 75%, наверное, возьму. Здесь, а у этого
тоже 75%. Или тут уже к теологической баталии взять как раз против миссионера. Видите, мне сейчас некуда скульптуру девать. Потому что этот текст занимает лишнее место. Ну и как тут пройти? Ватикан встретили. При активации великого человека распространяет 400 влияния вашей религии. Ну, тоже круто, с одной стороны. С другой стороны, мы как так далековато, как бы, от всех. Тут сложновато будет влиять им. Тут скорее вот Иерусалим прикольнее. Блин, или купить уже строителя здесь. Я бы везде как бы покупал даже строителей. Блин. Чё строить? Может, Петру по приколу? 35 ходов, я, конечно, понимаю, но если не по приколу, ну тут она в тему будет. А потом рядом с Петрой как раз театралочку. Вот смотрите, если я вот сюда поставлю Петру, то вот сюда театралка будет на плюс 4. Короче, с Петру никто еще до сих пор не построил. Наверное, не особо она нужна. Им. Так, ну я не меняю ничего. Меркантилизм, видимо. Ремесленники нужны, вассалы. Кстати, может... Или я уже поменял тут... А, я республиканское наследие поставил. Ладно. Ну, тут мы идем в естественную историю, конечно же. Акведук у нас остался один ход, будет ускорен. Ну, вот картографию можно открыть. Машиностроение. То, что я никак не смогу ускорить. Куда тут что ведет? В индустриализацию у нас что ведет? Картография как раз. Это я никак не ускорю. Это я никак не ускорю. Может, в индустриализацию реально идти? Что тут важно? Что еще может быть важно? Вот запретный город, прикольно. Может, в запретный город? Киловокисевание, кстати, прикольно. Ладно, давайте машиностроение пока. Я сокрушу своих врагов, а если вы будете им помогать, то сокрушу и вас. Хорошо, спасибо за информацию. Держи нас в курсе, пожалуйста. Авраам Линкольн предупредил Кристину за вмешательство в повестку хранитель Союза. Советских социалистических республик? О, блин. Хотя я могу, в принципе, противостоять. Я ж могу этому противостоять. Ну ладно, я не могу проголосовать за. Но тут не будет войны против меня. То есть им надо там обратить город обратно. Я думаю, что там примут. Пройдет, скорее всего, да. А кто еще будет? Япония, Канада. Но Грузия больше всего, потому что Грузия ближайшая. Так, селитру открыли. Есть селитра у нас на территории? Участники кризиса должны не допустить перехода города Цинциннати в религию державы Нзингамбанди в течение 13 ходов. То есть, ну вот пока он в моей религии, да? Ну вот мы видим, тут у нас миссионерчики. Сейчас мы мочканем одного. Еще усилится, получается, да? Уже 7. И второго напряжем. Ну и я в любом случае получу бонус, когда наконец эти апостолы умрут в этих теологических баталиях, так? Так, где у нас селитра? Блин.
Под тем местом, где у меня промышленная зона должна была быть. А, кстати, слушайте, а я же смогу акведук сюда поставить. Так? Да. Ну тогда просто меняем. Значит, тут у нас ничего. Тут промышленная зона. А акведук у нас будет здесь. Так, ну и пока я не могу Донателло использовать. Пойдем сюда камень убирать под Магнусом. Так, тут нефрит, нефрит, производство на нефрите, вино, производство на вине кабасе. Может, было, надо было начать с вина, по-моему. Оно, по-моему, культуру дает. Как раз процент культуре. Господи, можно куда-нибудь пройти вообще в этой... Почему у Византии вся территория юнитами заставлена? Просто мрак какой-то. 12 производства. Это город ни хрена не растет. Да, так, амбар тогда нужен. Нам тут до 10 жителей надо кровь из носу вырасти. Ну и плюс караваны, наверное, оттуда отправить. Ну нет смысла смотреть шедевры, потому что мне их просто некуда пихать пока. Так, что у нас по туризму надо глянуть? Remember that people break down too, not just machine. Блин, я пока очень далеко, короче. Да. А на воде, интересно, они атакуют? Вот тут спуститься надо, да? Нам надо, короче, тусовать рядом с Цинциннати. Очевидно, что они будут всякие чужие апостолы-миссионеры лезть именно сюда. Не видать куда. Ну, надо к канадцу, наверное, идти всеми этими апостолами с этой стороны. Не видать, с кем драться. Так, ну надо сначала кругосветку, а потом Францию идти искать. А куда дальше? Книгопечатание. Но я пока не могу два универа. Вообще просто один пока кампус, в принципе. Ладно, пошли, наверное, пока в индустриализацию.
Лесопилку построить. Кстати, ни одной лесопилки не построено. Чё это я? Нам что, не нужна лесопилка? Количество населяющих людей в вашу империю производит впечатление. Спасибо. Опять кого-то перекупили. Антананариву нет. Вот Антананариву нам важно, но у меня нету сейчас... Нет, сейчас появится колониализм. Открою, два посла появится. Not all who wander are lost. Colonialism. Так, уничтожение нюнитов прошлых эпох. Производство на другом континенте, это не нам. И за каждое город-государство, когда вы являетесь. Не, неинтересно. Ничего. Ну, я тут, можно сказать, логистику вместо вассалов поставить. Или... Это довольно, ну, уберет довольство, блин. Черт. Все нужно. Все нужно. Так, ну тут дальше в естественную историю. Конечно же. Могу нефрит продать. Что тут производство на нефрите? Золото. Ну да, нефрит продадим. Как и железо. Вообще мало предлагают за железо. Ну вот 9 золота в ход, пускай это будет. Ну вот тут, видите, на обмен... Не, подождите, или это он купить янтарь еще? Нет, давайте просто нефрит. И тут просто янтарь продадим. Деньги копим на покупку археологов сразу. Антананариву надо пересоюзить. Так, что мы здесь построим? Наверное, промышленную зону, раз мы вырубаем сейчас камень. Потом пойдем селитру здесь обработаем. Не, ну он с такими приходами миссионеров, конечно, никогда Цинциннати не вернет под свой... Уже 9 верующих. Он просто подставляет миссионеров под моих апостолов. Конечно, когда у меня умрут апостолы, это тоже будет минус к вере. Вот смотрите, в течение 13 ходов, это значит, что мне на самом деле надо в моей вере продержать еще 9 ходов. О, вижу миссионера католицизма. Блин, уже чуть-чуть, а может на воду спуститься? И спокойно добить кругосветку. Амбар. Так, ну, все равно медленно растет. Нам, конечно, отсюда надо караваны на еду будет отправлять. Судя по всему. А, еще ж мбанзу можем построить. О. Зашибись. Тем более с соседством. Да, она, но там тоже еда есть. Тадж-Махал. Лос-Анджелес отвалился, потом обратно присоединился к Америке. Прикол. Так, и дороги у нас быстрее работают. Блин, немец меня что-то осуждает. Что я немцу-то сделал? Корея еще более-менее понятна. Ну, наверное, тоже из-за осуждений других, что я их обращаю. Давайте посмотрим, у нас какой-нибудь в войне вообще есть. По-моему, Греция с Францией. Но нам...
Мы Францию пока не встретили, поэтому, типа, неизвестный игрок будет написано, да? Да. Смотрим, Вавилон нет, Германия нет, Византия нет. Корея вообще только троих вместе со мной встретила. Вообще не исследовала территорию. Америка тоже с Францией в войне. Короче, что-то Греция и Америка решили попилить Францию. Она реально где-то вот тут между ними. Так, этот торговец мне тоже не особо нравится. Отказываемся. О, ваши торговые пути. А вот это, наверное, возьмем. И этого можем брать. Мгновенно строит в этом районе банк и рынок. Банк получает две ячейки шедевров, которые можно, да, берем. Кайф. А, причем его надо будет использовать в столице, потому что в столице будет пингало на эти шедевры работать, понимаете? Так, вот тут, да? Это не тот. Это ваши торговые пути дают... плюс к золоту, а вот этот дает ячейки шедевров. И вот теперь, смотрите, сюда мы, наконец, перебрасываем письменность. И тут добиваем Донателло со скульптурами. Смотрите, как дворец дает. 10 еды, 10 производства, 20 денег, 9 культуры, 5 веры и 7 туризма. Дальше нам надо будет, видимо, качнуть уже пингалу в кураторы. Чтобы плюс 100 туризма было. От шедевров. Скоро у нас прокачка Губера, блин, в строительной инженерии. Ну, нам сначала надо этих археологов взять. А потом строительную инженерию. Просто стоим рядом с Цинциннати и ждем... прихода всех остальных миссионеров. Два посла. Антонариву норм, Кахоке норм. А вот Кристина Махенджи. Ну, да, давайте просто пока держать. Иерусалим не могу засоюзить. Торговые юниты неуязвимость получают. Ну, там вроде остальные города-государства не особо важны. Так, вот тут банза нужна, кстати. Вообще, банза тоже крутой район. Несомненно. О, алмазы могу продать. Кстати, вот теперь я могу купить какие-нибудь шедевры. Но я бы только скульптуру, реликвии смотрел и... и артефакт. Нет, фига нету. То есть, видите, у нас в банке есть лишнее место. В банке с хомячками. Так, ну постепенно начинаем раскочегариваться, но все равно, конечно, с туризмом маловато. Видите, мне 91 туризм нужен. Это кто у нас? Так, ну это грек должен, по идее, быть. Да, Перикл 90. Ну тут пока на самом деле непонятно, кто на каком месте, просто... потому что ни у кого нисколько-то туризма не набралось. Ну, посмотрим. Но я думаю, что это уже в следующей серии будем делать. И так долгие серии получать, потому что совершенно другой стиль игры нужен для победы туризмом. Совершенно другой. И у нас есть проблемы именно так. Давай ты вот это не будешь у меня требовать больше никогда.
проблемы с верой, я считаю. Я не считаю, что у нас с культурой и шедеврами это все соберется. Вот проблемы с верой у нас. У нас маловато веры в ход для того, чтобы в будущем рок-групп много сделать. Ну, решим мы эту проблему или нет, будет понятно в следующих сериях. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала уже продолжение могут поискать в прикрепленном комментарии. Ссылка на плейлист. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живе Украина. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.